Алиса, скажи, кто тебя ненавидит. Да, почему я? А что у нас сегодня? Скажи, что у нас сегодня утром произошло. Я люблю людей просто. Просто их обожаю. За все. За то, что они так поступают. Вынужденная мера, понимаешь, Иман. Это тут нет виновных или виноватых. Это просто жизнь. Не сэкономишь, не наебешь. Не наебешь, не сэкономишь. Так же. Краску не купишь. Да, дело-то не только в краске. Это частный случай. Да, с Юрием. Он видит по ошибке, да, но мы будем надеяться. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом? А? Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Ага, столько бабла на нем отмыли, пиздец. Даже сегодня не представляю. Мне знакомый переделал проект. Московский архитектор строил. Чувак там взял за это хрену тучу денег и сделал проект. А когда приехал, справа цирк, кстати, городской. У меня красиво, все детство такой. Здесь прошло. Я бы сходил. У меня 20 лет. Пригласите меня в цирк. Пригласите меня потанцевать. Короче, сделали проект, все, блядь, начали строить, они проверили землю. А здесь старое русло реки, и, блядь, этот храм поплыл вниз. Вот эта башня основная, колокольная, нахуй поползла вниз. И они вложили еще там что-то типа 10 миллиардов, блядь, реконструкцию, блядь, этого всего. Ну, наверное, не миллиард, наверное, 1 миллиард. Миллионы миллионов. Миллионы короче. Миллионов, да, строили. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Поверь мне, я тоже не курс сделал. Он начал мне что-то писать. Давай. Идем жрать. Брянская жрачка. Начало дня гастрономический. Гастрономический? Гастрономический. Значит, обед. Обед. Что ты выбрал? Я не знаю еще, что. Я еще не выбрал. Олег, что ты выбрал? Бузин, что ты? Сейчас пока еще уху точно. Смотри, ишь ты! Ушанки-ушанки ходячие, а? Да чего обнаглели? Санек, а ты? Что ты скрываешь на салон? Не похоже, что дранит. Ладно, посидим еще немного. А ты, Лёв? Я еще не знаю, я еще не смотрел даже. Все-таки не ушел от греха, да? Согрешил в этот утренний дневной час. А как же чизкейк? Всем какой-то добрый, без ненависти. Да. А вот и печенька пошла. Контрафактная. Да. Здание 21 века. Да. Была там византийская эпоха. Там, или как... Византийская, думаешь? Да, рийская, да, эпоха. 21 век. Архитектура 21 века. И то, что мы оставим потомству. То, что будет после нас. Это торговый центр. Да. Санлайты. Да, вся... и какие-то бумажки цветные. Красивые, ненужные. Вот все, что останется. Цивилизация сгинет. Это все, что останется после меня.
Это было клево. Лифт-миллионник? Да. С девчулями, да? Ну да. Сегодня 11 февраля, кстати. И остаемся. Ну, это вот пати после нас, да? Да. 11 февраля. Купидон. Остаемся. Остаемся. Здесь, кстати, Купидон пати. Девчули работает. Стриптизерша. Очень хорошо. Отлично. Стриптизерша, рок-музыка, это... Пусть начинает работать. Пусть сразу начинает, да? Ой, бля. Надо только получить 6. Ваш пищай, Александр, скажите, пожалуйста. Сиденье у меня, ой, бля. Ух ты. Вам нравится, да? Мощь. Отличное место для проведения панк-концерта. Здравствуйте. Сегодня у нас вечеринка в клубе «Велес» в городе Брянск. И, наконец-то, мы увидели свою афишу. Очень модный розовый цвет. It's pink. No, no, it's not pink, mate. It's pink. No, no, it's psychedelic, mate. It's pink. La la. Немножко обламывает наличие столба вот этого. Как музыкант получится будет стоять посередине и петь в столб. Да, Лех? Че? Как ты? Ништяк. В ожидании планерки? Да. Че, пора сегодня ништяковый, то есть должно быть хорошо. Я говорю, аппарат сегодня хороший, как на фестивале был. Поэтому будет очень хороший звук. Я в этом практически уверен. Hey. Хочешь услышать самый противный звук? Хватит, хватит! Надо. Зачем лак еще раз? Леша, блядь, к нему вопросы все. Выеб мне всю кукушку с утра, блядь, с этим лаком. Да? Негодяй. Батарейки. Главная батарейка. Пенсионеры, батареечки. Вот, Лёв, батарейки. Это главное в нашем деле, да? Да, я одну крону возьму. А там их сколько? Там 3 кроны, как заказывать. Ага. Ну да. А зачем кроны тебе? А кроны мне для того, чтобы ставить ее. Куда? Кому? Плачь бабу. Какую бабу? Край бэби. А-а-а. Она у тебя на кроне работает? Да. Это какая модель? Чтобы эта сучка текла через концерт. Это какая модель Крэйбэби? 95Q, по-моему, данных. И что тебе мне нравится? Мне не нравится все. То, что она и по металлу может квакать, и легенький такой этот самый. Регги тоже может подквакать чуть-чуть. Там есть регулировка. Но ей требуется постоянно жрать. Она питается такими штучками железными, да? Такими кроликами. Я кормлю ее розовыми зайцами. Дюрасель, да, реклама? Да. Тебе платит Дюрасель за то, что ты рекламируешь? Дюраселю плачу я, когда не в туре. Нагрузкам. К каким нагрузкам? По-моему, она сказала рояльным. Опа-на. Ты заказал? Нет, это был не я. А кто? Это Кубкарик заказал. Вот так вот. Пацаны, а кто вискарь заказывал? В 20 веке. А в 21-м только, блядь, это, видимо, какая-то ошибка. Ромчик, ты заказывал? Твоих рук дело? По ошибке положили, видимо. По ошибке, по да? По ошибке, да, что-то перепутали, конечно. Мы же на ЗОЖе. У нас вискарь никто никогда не пьет. Это
Появилось. Вторая попытка. Точно, все нормально, стаканчик. Все контролируется, да? Все нормально, стаканчик. Все, ну отлично. Раньше я совершенно халатно относился к своему здоровью. Администратор в Фейсбуке. Так. Можешь включить трансляцию. Ну, главное только зайти на страницу. Ну вот я на странице. Ломоносова, да? Нет. Это моя страница. Так, надо найти эту группу еще. Раз в ночь длина, жгут едва-едва и берегут силы дрова. Не получилось. Не получилось. Сейчас пару. Слушай, ты рад, что это делал не я? Стиль горшка, да, такие? Пацаны! Чё? Чё, блядь? Да ладно! Чё вы делаете? Либерей включай! Бля, классно! Самый лимон. Давай. Дубль второй. Ракет должен быть ровный. Кто это делает? Лысый человек это делает. По миллиметру, ну. По миллиметру. Только такой, иначе никак. Хуяк. Мы объявлять будем ее. Ты понял, ты, Ром, ты понял, как понял. Делать? Как? Я все понял, ты не знаешь. Ну, блин. Не гаснет тебя, когда открывается? Не, ну он, конечно, какое-то время погасит. Там он на память заряжен, что не лёг привести. Ты уверен, что Рома понял, что надо делать? Ну, по глазам какой там страх и ненависть в Лас-Вегасе, когда они чувака этого избили. Он говорил «да», но по глазам я видел, что он не понимал ни хрена. Давай подвезем, парни. Нет, это страна летучих мышей. Нет, я еще не ездил в кабриолете ни разу. Залезай. Ты. Спасибо, что подвезли. После концерта очень сложно. Концерт сегодня был. Очень сложная площадка. В общем, солдат тур продолжается. Ты уставший, теперь надо срочно ехать в баню, куда-то отдыхать, в бар. Надо что-то делать, невозможно. Очень депрессивное состояние постконцертное. Бран встречает. Кто-то вот. Дико тракала! Видите, везде концерты, а тут 5 ресторанов, и везде какие-то тусы. Сейчас все посмотрим. Вы приехали в эпицентр, все тусы.
Антон, мы сегодня играли песню, гуляли. Антон, слушай, пойдем. Пойдем сюда. Пока будут готовить, мы дадим автограф. Потом пьют, пока кто-то покушает. Да, да, это... это Брянск. Праздник живота, мы в Брянске. Королевские почивали, посмотри. Почивали. Лехе принесли берцовую кость провинившегося повара. И сказали, что он сегодня должен его съесть. Сказали, либо ты. Они все без кунжута, да. О боже. О боже. Так, еще кому бургер? Кто на пиво на 33? Только? Или еще на 33? На 33 ничего не будет.